Понедельник, утро. Сочи уже сходила в парк с Дэниелом. Он достал фильтр. Видите, оказывается, надо его тоже уже мыть. Заводит свою машину пресс-вошер, чтобы помыть фильтр от бассейна. Говорит, не очень грязно это. Всем надо следить. Уже воду решили сбрасывать, но что-то не торопимся. Вроде не готовы мы начать. А Сочи-то нагулялась в парке. У нас прохладно. А я на зумбу сейчас готовлюсь. А. Пошла я играть с мамой. О-о-о-о-о. Маме некогда. Так, на зумбе я танцую вот в таких кроссовках. Шнурки не развязываются, очень удобные, легкие, тонкие такие, как чешки. На работу хожу вот в этих кроссовках. И в выходные, ну, вот такие у меня тоже. Очень удобные, как тапочки. А тут для прогулки уже дотаптываю вот кроссовки. И эти. И вот. Это мне для прогулки в Сочи. Ох. Так что вот такая у меня обувь рабочая. Сочи, видите? Зеркало повесили, но еще не помыла. Я уже, видите, на зумбу собралась. Работала я в эти выходные. Но в понедельник святое дело потанцевать сходить. Ну, желе вот это съем сейчас, чтобы совсем-то пустой желудок не был. Покатила. Курточку одела, думаю, холодно, а оно вроде и не холодно, у нас же время перевели на час назад, поэтому уже тепло. Сейчас вам покажу, как у нас тут дома. За угол. За угол. Вот уже готовые дорожки подъездные к гаражу. Видите, это один дом. Прошел буквально месяц, как я вам и говорила. Все, уже площадки, и травку по постелю, и все. Только бери моргичи в банке. Вам за месяц отбухают. И 30 лет плати. Вот и все. Два дома тут. Уже готовые. Погода, видите, какая хорошая. Ночью-то, конечно, прохладненько становится уже хорошо. Отличненько! Честно вам скажу, конечно, самочувствие с утра, ну, работала же я в выходные. Да нет, у меня энергии есть, нет желания валяться в постели. У меня была какая-то неделя такая, что я чувствовала себя уставшей. А сейчас как-то вроде вернулась в обычное русло. И уже нет такого состояния, что пропустить, полежать в кровати. Сейчас сообщу тренеру, что уже нашла румейта. Завтра выходной, может, уже оплачу. События у меня. Народ тут, конечно, часто ездит в круизы. Но я не могу сказать, что вот я... В 2005-м мы ездили с компанией. 6 пар у нас было на Багамы. Было интересно, конечно, молодые были. Выпивали, танцевали.
сейчас я вот... Да, конечно, русскоговорящие, это на 8 марта интересно. Тоже на Багамы они едут. Еще на какой-то остров Кок. Сейчас правильно не назову, не буду. Похоже на Кока... На Кока-Бич называется. Но не это... Погнала я. Вышла с занятий. Вот такая я мокрая мышка, но довольная. Целый час удовольствия, пляс. Пляс прямо от души шел. Душ, конечно, здесь некогда мне принимать. Еду домой принимать и готовиться к работе. На работу сегодня. О, желаю вам всем тоже хорошего настроения. Дома тишина. Решеточка стоит. Сочи, у Дэниела в спальне уже спит, чтоб не выходила. На улицу мы ее водим достаточно времени, так что терпеть она может. Просто это вот из вредности она вот сюда, только в одно место. Может прибежать и ссыкнуть. Ну, теперь мы ее отучаем. Вот сейчас перекушу салат. Порезала грудку куриную. И вот это будет у меня типа обеда. Немножко все равно вот итальянский дрессинг. Чуть-чуть добавлю, вкус-то какой-то должен быть. С куриной грудочкой. Вот и все уже. Пора ехать на работу. Одела свою униформу. И выпила кофе. И с хорошим бодрым настроением погнала на работу. Вам тоже желаю всем хорошего настроения. Ну что, хотите увидеть меня уставшую? Не всегда бодрая, не всегда веселая. У нас вообще, конечно, должен быть помощник, который по часу на каждом этаже дает перерыв нам и за это время какую-то работу делает. Но в конце года, видимо, перебор денег или что, я не знаю, как всегда, начинается поспешная экономия из расходованных лишних средств. И эту... как бы позицию немного сокращают на время. И у нас вот сейчас нет помощи вообще. В смысле, полностью всю работу я должна делать сама. Ну, пусть даже двух старичков помощник обслужит. Даже одного. И то уже легче. А так, конечно, все равно. Я вот еще у меня брейка не было. Вот уже как бы жду, сейчас медсестра мне даст брейк. Как бы основную работу я сделала, осталось по мелочи. Вот. И медсестра сейчас придет, я начну брейковаться, но уже терпения нет. Жду. Медсестры тоже, им никто не дает брейка, они сами себе отбиваются. Главное, 30 минут не оплачиваются, как хочешь, да? Вот. Но когда ты берешь брейк, ты не должен ничего делать, даже... не должен как бы ходить, перемещаться нигде, потому что вдруг ты запнешься, а уже ты как бы считаешься эти 30 минут не на работе. И тебе уже предприятие оплачивать не будет. Ты должен как-то, знаете, взял брейк, сиди тихонечко в уголочке, не бегай, не прыгай, а тем более ничего не делай. У нас часто старички и кого-то царапают, и кого-то щипают, и кусают, и все бывает. И поэтому, если ты уже отбился, ну как отбился... 30 минут тебе на машине, я сейчас вот пойду, вам покажу, кстати. Хотя мне там номер нельзя, наверное, показывать. Вот, ну, с пальцем у нас теперь. Палец-то покажу вам. И вот это самое, с отпечатком пальцев. Поэтому я, когда отбиваюсь, естественно, не должна уже никакую работу делать. А если мне никто не дает перерыв, и вдруг кому-то срочно нужна помощь, вот как сейчас у меня вот эта пикалка... Я же во время перерыва, ну это не мне, на другом этаже, во время перерыва я
если побегу кому-то помогать, я должна снова начать заново перерыв. Короче, такая вот фигня всяческая. Все идет тоже на то, чтобы только они сохраняют свои деньги. Частная это собственность, хозяин, короче. Вот. Вместо того, чтобы платить овертаймы, знаете, какую-то доплату в выходные. У нас этого нет, кстати. Вот в госпитале там доплачивают, когда работают в выходные или в ночные. У нас одинаковая зарплата, поэтому смысла нет подрабатывать или оставаться. Ничего у нас вот этого нет. Не любят они. Ну, знаете, вот как она сказала, начальница, в другом здании, вот где уже старички лежачие, там было много овертайм. Что такое овертайм? Это больше 40 часов в неделю люди работают. Тогда уже идет 1,5 ставки за час, 1,5. Вот. Нормы. Если ты получаешь 6, то будешь получать 9. И поэтому они не любят, когда овертайм. А постоянно не хватает. Постоянно не хватает. Народ, американцы, они вообще здесь не держатся. Они приходят и уходят. Знаете, совершенно не какая-то тут квалифицированная работа. Особо за нее держаться. Бегают туда-сюда. Вот. И... Ну, хотя сказать не часто, вон у меня 11 годов, он вывесили, кто сколько проработал, 9 лет, одна проработала, 11. Но я как бы вроде больше всех из помощник медсестер в данное время, вот на моем здании, в моем фасилите, как мы называем, я пока более со стажем 14 лет. Ну, вот была медсестра, 35 лет, но вот так вот случилось, что она теперь вот больше уже не выйдет на работу. Парализованная оказалась. Так вот, как говорится, с работы, можно сказать, и в каталажку. Вот тебе и 70 лет. Даже я не знаю, что ли лучше дома сидеть, то ли здесь работать, пока вперед ногами не вынесут. Ой, что-то я грустно. Я же забыла. Я же это, уставшую хотела вам показать себя. Опять смеюсь. Ну что я за человек, а? Устаю, конечно, устаю. Устала и сейчас. Прям глаза вон, посмотрите, какие уставшие. О, прям закрывается. Завтра у меня выходной. 4 дня я уже отработала. Завтра выходной, но на пароходе музыка играет. Надо мне там платить первый взнос. Поеду. Турбюро можно и позвонить, конечно, но недалеко здесь доеду. Все равно в магазин нужно будет ехать и какие-то продукты подкупать. Ну и стирка, естественно, выходной. Ой, ну вот как-то хочется что-то. Вот, конечно, очень скучно, однообразная у меня жизнь. Ну а что я вам могу? У меня одно и то же, все четко, все по расписанию, стабильная работа, посещение спортзала, прогулки в Сочи. Единственное, что я никак не включила в свою вот эту жизнь, ну, это очень творческий подход. Уже надо, знаете, на гитаре учиться. Уже, как вам сказать, чисто для себя только могу что-то там попикать, попиликать. Уже, я так поняла, не освою я. Ну, нет уже того азарта молодости, что ли, чтобы вот этот азарт подталкивал, давал энергию. Нет уже этого и не хватает времени. Для меня это главное сейчас зумба. Мне хочется более совершенно освоить ее, более стать ловкой, более стать красивой в движениях. Я этого хочу. И я думаю, что мне удастся в этом все-таки добиться каких-то определенных результатов. Конечно, на конкурсы я никакие не пойду, но вот уже в трип, ну, в круиз еду. Путешествие, трип. Вот. Это уже что-то. Поэтому вот такие дела. Устала. Когда я устаю, я вам хочу сказать, у меня начинается флорин здесь называют. Ну, вот, ну, по-нашему перебой в сердце. Ни боли, ничего нет. Оно вот так работает. Пуп-пуп. Пуп-пуп. Опять нормально работает. Потом пуп-пуп. Как плывет. Пуп-пуп. Вот это значит, я устала. Все-таки устаю, конечно. Даже вот
когда пришла на работу, думаю, нет, завтра я могу еще сходить на зумбу. Выходной же у меня. Надо посерьезней заняться. Теперь, может, удастся и скинуть пару паунтов, килограмм хотя бы, парочку. Вот. Но сил-то не хватает. Думаю, нет. В концу смены сейчас думаю, нет, завтра буду отдыхать. Буду отдыхать, не знаю как, но надо как-то... Как отдыхать? Вот опять прогулка Сочи никак, хотя бы один раз. Раньше-то два раза гуляла. Вчера Даниил ее в парк водил. Сегодня вот она вообще не гуляная. Завтра хотя бы вечером, ну, надо с ней час погулять. Ну, а как? Вот. Магазин, стирка. Пароходные дела. Вот и выходной. Чего один выходной? Там ни то, ни сё. Быстренько пролетит. Да, сколько я тут нашлёпала. Сейчас посмотрю уже. Зумбой-то. О, 16 километров. Немного, немного. Вы знаете, у меня было 21. Самый большой рекорд был 21. Я даже не знаю, что я носилась. 21 километр было у меня. И 20 бывает. Еще и сейчас набегаю еще километра-то 3 запросто. По коридорам туда-сюда носимся от комнаты в комнату. Да, вот так. Хочется, конечно, жить разнообразно. Но уже возможности ограничены в связи с возрастом, в связи с какими-то психическими расстройствами. Уже не хочется ничего. Хочется стабильности, спокойствия. Никаких стрессов совершенно не хочется. Поэтому я никаких... Вот я не знаю, я попробую съезжу на пароходе. Посмотрю, как перенесу я все это. А потом уже буду планировать, может, и в Россию. Вот именно хочу совершенно, чтобы никаких стрессов не было. Они уже никак, стрессы. Организм не принимает их. Поэтому опять... Еще не прощаюсь с вами, хочу вам показать, как я пальчики, отпечатки буду делать, когда пойду на свой перерыв. А времени уже 8 часов вечера. Через 2 часа уже заканчиваю. Нет, через 3. Еще у меня 3 часа. Ну, где у меня медсестра-то? Сказала, сейчас придет, даст мне перерыв. Ее еще нет. Вот такая у нас здесь фигня. Раньше была вот эта машинка, мы вот... своими батчиками вот тут проводили. А теперь у нас пальчики вот сюда. Здесь я набираю свой номер, набираю клокаут и кладу палец. Палец сюда. И высвечивается, прошел или нет. У меня обычно всегда проходит. Вот такая фигня здесь. Видите, всякие бумажки на стене. Объявление. Вот на работу кого набирает у нас. CNA, part-time. Housekeeping, part-time. Это не на полные, значит, часы. А вот activity assistant, проводить вот мероприятия за старичками. А вот тут housekeeping, это к нам, где я работаю, набирает. А вообще housekeeping full-time дают вот. Откуда я и начала работу в Джанаксе. Фулл-тайм, полные часы. И поэтому, когда меня перевели вот сюда, через год у меня уже было тоже фулл-тайм. Со всеми бенефитами. Ну вот и все, что я вам хотела показать.